Почти сутки спасатели сражались с огнем в подмосковном Ногинске. Там горел склад с бумагой. Пожар вспыхнул накануне рано утром. Пламя стремительно распространялось, охватив площадь в 1500 квадратных метров. Обвалилась крыша и рухнули перекрытия с 1-3 этажей. Первоначально сообщалось, что в здании могут находиться люди, но эта информация не подтвердилась. В тушении возгорания было задействовано почти 200 специалистов, десятки единиц техники, а также два пожарных поезда, вертолет и комплекс «Шквал», который используют для подачи воды на большие расстояния. Из-за ЧП пришлось даже сократить маршрут ряда пригородных поездов. Справиться с открытым горением пожарным удалось только 5 часов назад, а проливка конструкции продолжается до сих пор.